У нас вечер. Я пошла до подруги, хочу взять семена. Спросила у нее, есть, нет семена огурцов. Она сказала, есть. И посадить дома каждый в свой стаканчик. Для того, чтобы потом можно было, когда выйдут, пересадить в парник. Попробую еще вот так вот посадить таким методом. Не знаю, что получится. Так что вот так вот. На улице вроде солнышко проступать начинает. Вроде более-менее погода. Ладно, идем. Дорогие друзья, вы всегда писали, отпускаем или нет. Мы Тайсон. Вот он у нас гуляет. Тайсон, ко мне. Ко мне, Тайсон. Иди сюда ко мне. Тайсон, иди сюда. Иди папе скажи. Бежит. Тайсон, иди папе скажи, котя. Что надо вот потом пристегнуть его. Он у нас бегает по территории. Довольный. Куда он сквозанул? Света, вынеси мне мои тапочки, пожалуйста, а то я Егоркины одела. Тайсон! Где-то бегает. А вы зачем подушку вынесли? Тайсон! Ну-ка, быстро! Да я знаю, что там Тайсон. Тайсон! А вот он. И вовсе он не маленький, как вы напишите. Смотрите. Конь! Иди сюда. Уйди оттуда. Он мне тут уже по грядкам пробежался, видимо, засранец. Вот ты. Иди сюда. Света, калитку закрывай туда. Тайсон! Ну-ка, вы зачем его туда запустили? Тайсон, иди сюда. Тайсон, ко мне. Света, выгоняй его оттуда. Тайсон, иди сюда. Тайсон! Блин, какой. Закрывай там двери. Так что, ребята, он у нас гуляет. Сейчас тебя там дверью кто-нибудь шибанет. Тайсон. У кого-то машина там пилякает. Сигнализация, видимо, на машине включилась. Тайсон, иди сюда. Все грядки мне протоптал. Вы посмотрите, что, а? Прям по грядкам. Вот я тебя прибью сейчас. Где папа? Позови его. Вынесите мои тапки, я Егоркины одела. У него, похоже, дело, ошейник порвался. Закрой-ка эту дверь. Он потому что без ошейника. У него, видимо, ошейник порвался. И довольный ходит. Он уже сам на свое место идет. Видишь, что... А, он за дверь хотит. Не-не-не, Тайсон, за дверь нельзя. Ой-ой-ой, хозяин бежит. Ой, хозяин бежит. Ой, бежит. Ой, бежит. Владик, он с тобой играет. Что, все разорвал? А где он? Он может туда убежать. Тайсон! Вон он. Так что у нас гуляет он. Ищи что-то подходящее. Ага, нельзя, Света, чтобы он бегал. Ты что, не дай бог, он куда-то убежит. Не-не-не. Тайсон, ко мне. Иди сюда. Иди сюда, хватит деревья метить. Все деревья уже пометил. У него ошейник, ребят, совсем разорвался. Поэтому он сегодня, хотя у нас глянул, вот видите, опять сейчас гуляет по территории. Территория большая, все метит, бегает. Ой, господи, не собака, а чудо в пирожках. Тайсон, сюда, иди ко мне. Иди сюда, Тайсон. Катя, вынеси мою серую кофту там, такую, которую с Германии присылали. Тайсон, ко мне. Смотрите, смотрите, пуля бежит, 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 бежит. Он к Свете бежит. Ой, чудо, Света, на калитку на крючок закрыть, то он лапой может открыть. Ох ты, чудо. Так что нифига у нас не маленький, он большой, да, Тайсон? Все довольны? Увидали? Счастливые? Я очень рада. Ладно. Пойду я кофту одену, а то я прям раздета выбежала. Я смотрю, что что-то бегает собака. Он ошейник порвал, вообще полностью оторвал. На ошейник покупать давно ему уже не покупали, он у него износился. Сейчас что-то папа придумает, сделает. Хотели Тайсона увидеть? Увидали. Надеюсь, что все нормально. Да не эту серую, Катя, ты серую от черной отличаешь?
У меня, кстати, тоже что-то кашель появляется. Это ты вообще мою принесла? Я не знаю, чья это. Моя. А то у Света такая же. Ладно, одену кофту. Он что, к соседям ушел? Да. Тайсон, 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 Тайсон. Всем здравствуйте. Марина, скажешь привет? Привет. Да. Ванечка, скажи привет. Котею. Ты что так коверкаешь разговор? У нас сегодня 1 июня. Всех детей поздравляю с Днем защиты. Вообще всех людей поздравляю с Днем защиты детей. Сегодня как бы праздник. И мне написала моя подписчица, что на конечную остановку приедет автобус, поздравляет ребятишек. Мы решили выйти посмотреть, что и как там будет поздравлять, что там интересное будет. Если получится, то поснимаем. Вон наш Тайсон. Да я здесь, а сыночка. Еще рано идти. Так, Ваня неправильно. Маша, иди сюда. Иди переобуй. Ваня его неправильно обул. Да, вы тут что рисовали? Сердечко, солнышки. На, мелки вам купить, да, восковые? У нас тут только один был. Один только был? Да. Оксаночка тут и сидит. У Оксаночки вчера случилось несчастье, да, Оксана? Она себе порезала пальчики на улице. И поэтому она сейчас ничего рукой делать не может. У нее забинтована ручка. Ну вот. Покажи, Оксана, где у тебя что? Оксана, покажи пальчики. Да, вот так вот у нее два пальчика сейчас забинтовано, порезал. Ну, не сильно как бы, ничего страшного. Тайсон вчера порвал свой старый ошейник, пока сделали какой-то, надо покупать ошейник. Ну, вот мы покупали, наверное, года 4 тому назад ему хватило. Но мы брали дорогой, за 1000 рублей, по-моему, мы брали. И вот нынче я не знаю даже, сколько они стоят. Потом вот в город поеду, посмотрю, почем надо будет покупать ошейник. Ему, да, Тайсон? Пока муж сделал из какого-то старого. Ну вот. Нашему Тайсону это ненадолго. Он его порвет. Моментально причем порвет. Надо тот хороший брать ошейник. Да, Маша? Сегодня солнышко, хорошо. Ладно, пойдем сейчас прогуляемся до конечной остановки. Ой, как Ваня качается. Смотрите, как Ваня научился качаться. На качелю залезть не может, зато вот так вот висит. Видите, какой он умный мальчик. Ай, молодец. Да, вот так вот ты качаешься, да? Ты сам научился? Сам научился так? Да, молодец, умница. Да. Скоро так, когда вырастешь, потом будешь сидеть, да, правильно. Мам. Ладно, погуляем на улице и потом пойдем уже туда. Да, можно, Оксана. Все, ребят, сходили мы туда, к клубу. Ну там быстро, минуту две, наверное, постояли, они и дальше поехали. Потому что весь город, пока они объедут, это очень долго. Кому чупа-чупс вручили? Беги, беги, беги. Кому чупа-чупс, кому шоколадку вручили. И вот такие вот наклейки. Дорога, на дороге все равны. Вот у меня Ване, Марине, получается, наклейки дали. Кате, Маше... Ой, Катя не ходила с вами. Маше, Окси. И Ване, Ваня, покажи, что тебе дали. Чупа-чупсик. А Маше с Оксаной дали вафельку, да, Маша? Идите, покажите мне, какие дали. И там у вас какая-то наклейка ведь еще наделана. Покажите. Сейчас, Ваня, подожди, откроем. Покажи, Оксаночка. Давай покажем. И вот такие вот, получается, вот Оксане дали вот такой вот пряничек. Держи пряник, подожди, я наклейку покажу. И вот такая же вот наклейка. А Маше что дали? Маше дали две наклеечки и тоже пряничек. Вот такой вот. Там приезжали в костюмах. Маша, какие там костюмы были? Какой? Петух, собачка. Кто? Медведь там был, свинка. Маша и медведь, да, там были. Ведущие там. Ну, там быстро поздравили все и дальше поехали. Маша, вам понравилось? Оксана? Да. Да. Я сегодня уже развесила белье. Сейчас еще пойду белье развешивать. И Ваня. Маша, открой Ване чупа-чупс. Вон на диван идите, садитесь и открывайте чупа-чупсы. Свои кушайте. Детки просто мне написали в контактах, что придите, там будет интересно, можно фоткаться. Ну, мы не фоткали, не снимали ничего. Там они, потому что быстро-быстро все. Они по всему городу, потому что ездят. Вот так у детишек, где кого увидят, поздравят. Ну, они молодцы. Ну, конечно, хотелось бы подольше, да, Маша? Потому что не успеешь ни пофоткаться, ничего. А?
Я думала, вот так. Так я тоже думала, какие-нибудь конкурсы или что-то такое будет. А там быстро. Ну, видишь, Маша, город-то у нас такой, везде деток много. Им, представь, весь день они ездят то в одно место, то в другое место, то в третье место. А, наверное, сегодня еще в городе, может, какое-то представление будет, я не знаю. Ну, в целом, вот так вот. А вот это вот что здесь написано? Дети – это счастье, дети – это радость, дети – это в жизни свежий ветерок. Все правильно сказано. 1 июня – День защиты детей. Ладно, а я пойду делать тесто. Что будем делать? Оладушки. Оладушки, да. Будет, Ванечка, оладушки? Вы пока можете гулять или ты домой пойдешь? Ваня, ты домой пойдешь или гулять будешь? Да. Маша, гуляй с ним или домой идите. Да, ладно, да. Пойдем жарить оладьи. Так, навела тесто, жарю оладушки. Тут на суп сразу пытаюсь что-то почистить, порезать. Вот, ребят, не могу приноровиться к этой сковородке. Вот эти вроде более-менее ничего. А вот здесь сожгла. Нет, сама съем жжёное. Что теперь? Видите, не могу приноровиться к этой сковородке для того, чтобы жарить оладушки. Вот не знаю, как мне к ней приноровиться. Но не получается у меня. Она одна сторона почему-то хорошо жарит, подбирает аж. А другая сторона что-то слабенькая. И вот не знаешь, на какой скорости жарить. Уже скорости разные делала. И все равно что-то вот немножко не то. Ну, в целом, жарю оладушки, нажарю, потом покажу. Ребятки, хотела показать вам. Смотрите, у меня вторая орхидейка моя зацвела. Вот такой вот красивый цветочек получается. Ой, на солнышке его плохо видно. Он фиолетовый такой, нежный фиолетовый такой оттеночек. Скоро бутоны тут, смотрите, вот бутоны идут. Как зацветет, вообще красота прям будет. Эх, нарадоваться прям не могу аж на эти цветочки. Красивые они у меня все-таки. Так, ребятки, делаю ребяткам сметанку с оладушками, пусть кушают. Всем, кто кушает, всем приятно. Какие-то, ну а я продолжаю жарить. Тут еще тесто много, жарим потихонечку. Туда накладываем, пускай сначала по 3 дам они, потому что еще горячие, как остынут, потом еще добавлю им. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Так, сварила я, ребят, суп, уже детки кушают с капустой сегодня у меня. Сейчас покажу даже. То некоторые говорят, крышку просто открыла и не показывала. Вот такой вот густой с капустой мясо. Тут щи, короче говоря. Оладушку уже почти доели, одна оладушка осталась. Ну, а я себе положила тоже. Сегодня еще ничего не ела, что-то это. Ходила, думала, ела я сегодня что-то или нет. Нет, ребят, еще не ела. Кофе только пила. И вот сейчас сажусь кушать. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Ну, а я пошла тоже кушать. Так, дорогие друзья, хочу показать, что мы еще просадили. Сколько картошки и сколько не хватило. Посадила я то, что было. Сначала одна начала. Дети никто не хотели помогать. Муж на работе был. А потом мой муж пришел, увидел, что я в одного сажу, и Егора выгнал. В целом, вот отсюда вот я начала. Вот, видите, дальше посажено. И сейчас покажу, докуда. Вот до сюда. Вот лунки пустые уже идут. А все остальное пусто. Еще ничего не посажено. На все, что хватило нам. Картошки в целом. Эту грядку я под бобы оставила. Бобы замочила сегодня. Посажу завтра. Эту грядку надо пересаживать. Тут у меня замерзли арбузы, дыни. Что-то другую рассаду. Я думала капусту купить, на сюда насадить. Кабачки тут семенами. Это у меня грядка посажена. Это тоже семенами посажено. Тут у меня укроп посажен. Там капусту вот некоторые, смотрю, еще не поднялась. Скорее всего, надо будет рассаду еще купить. Тут у меня семенами кабачки посажены. Здесь тоже семенами, но еще не взошло. Здесь вот более-менее повсходило. А тут зелень уже. Так что вот так полила парники. Все. Помидоры полила, огурцы. А толку-то, что там пустой парник. Хожу, поливаю. Нормально вообще, нет? Вот я человек семенами натыкала еще, но не знаю. Я еще дома хочу посадить. У меня там, я вчера у подруги взяла 8 штучек посадить. Стаканчики, дома вырастить рассадой. Посмотрим, что получится. Ну вот капуста оклюмываться начинает. Вот эта вот грядка с капустой вроде более-менее начинает. Егорушка управляется. Там курочки наши. Так что вот такие вот дела.
Салат у меня хорошо взошел. Прям густо-густо взошел салат. Смотрите, как взошел прям. Салат, я любитель салата. Дети тоже, по идее, едят, но не очень. Ладно, дорогие друзья, вот такие вот у меня новости. Что смогли, посадили еще. Потом получим числа 15, наверное. И еще докуплю картошки, еще досажу. Ну, я считаю, туда еще, наверное, ведра 2 надо. Может, чуть больше. Или какую-нибудь другую рассаду, может, где-нибудь возьму, найду. Может, кто-то отдает, так посажу тогда рассаду какую-нибудь туда. Ну, посмотрим. Ладно, дорогие друзья, вот такие вот у нас новости. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем желаю крепкого здоровья. Всем говорю пока-пока.